Что вы? Со всех сторон нас жмет газ. Чтобы каждая рабочая рука, которая может держать винтовку... Товарищи, уходить нельзя. Нельзя уходить. Вы бросаете шахту. Погибнет шахта. Кончится война. Что же от шахты останется? Без вас погибнет шахта. Товарищи, сколько лет мы вместе с вами на ней работали? Не скучай, Васька. Скоро степь увидим. Куда тебе, баба? Мишка, смотри. Ой, ромашечка моя милая. Кровать, я родка.
веселую программу. Господин капитан, меня уважает. Сын прапорщик меня тоже одобряет. И даже сам его высокопревосходительство. Генерал Антон Иванович Деникин. Меня тоже знает. А что почему? Потому что я Вова. Ай, лали, купите. Пою себе, купите. Кому-то ничего. Почтеннейшая публика, сейчас господин борец покажет вам чудеса последней техники. Он скушает на глазах живого человека. Есть желающие быть скушатым? Пожалуйста. Кто желает? Прошу. Нет желающих. А, тоска. Это он не поет. Следующий номер. Он покажет разбитие кирпичов об собственный череп, прозванный стальным. Прошу обратить внимание. Мадемуазель Флоренция, прошу показать кирпичи почтеннейшей публике. Прошу удостовериться, что нет никакого обманства. Не хочешь, да? Доверяй, доверяй, не нужно. Благодарю вас за доверие, в других городах нам его не оказывали. Небольшое дельце, да. Вот. Вот от сих пор и до сих пор громким и свободным голосом. Нет, нет, господин... Именно в ваших устах это прозвучит убедительно. Божий и неутомимыми деяниями непобедимой армии российской. Ах, цветущая Малороссия! Освобождены от кровавых банд большевистских комиссаров. Комиссаров. Русские люди, банды большевистских комиссаров разгромлены. Ура! Его превосходительство генерал Деникин приказал без промедлений начать работу в шахтах данного района.
Ура! Ура! Ты! Живот убери! Ты! Фамилия? Вот он. Фамилия? Эй! Записать! Нет, запиши! Слушай, меня, меня запиши! Куда я тебе запишу сейчас? Ты нет! Ты нет! Ты! Фамилия? Батюшки! Отставить! Ты! Фамилия? Ты нет! Ты! Дядя! Василиса Григорьевна. Интересная ваша жизнь, Дуня. В Дуне постель, говорят, могила. Холодна.
25, 25, 25, 25, 18, 20. Черт знает, с какой стати офицер русской армии должен заниматься всем этим? Нет, не скажите, Александр Митч. Не скажите, Александр Митч. Богатое дело. При желании. Окончание работ. Когда я на часах, Василиса Григорьевна, я человек железный. Ну ладно, ладно, оправдываться. Сколько вчера? Четыре вагона. Четыре вагона. Отправили. Мало. Сегодня? Сегодня три. Почему? Ваше высокоблагородие, на шахте бабы работают. Мне интересно. Я... Голубчик. Три. Отправить сегодня 10 вагонов. 10. Ваше благородие. Я приказываю. Как? Ясно? Так... Иван Порфирьевич, ведь мне же только на минуточку. Ребеночка покорми. Ты? Я. Да не ты. Не ты. Ты. Иди сюда. Вот. Вместо недовольный. А ну катись отсюда. Солдатская.
тяжелая жизнь. Как и наша солдатская. Василиса Григорьевна. Стелите постель, Василиса Григорьевна. Сидите каждый в своем углу и втихомолку об себе страдает. Вот они творят с нами, что хотят. А надо, знаешь как? Всем вместе.
Симба. Хоть раз. Понимаешь? Ох, задушила бы я эту сволочь. Потом прочтешь. Да, да, конечно. Ну, ну, как у вас на фронте-то, а? Ничего. Наши скоро здесь будут. Ой. Белых назад погнали. Ой, скорее бы. Слушай, скоро у вас тут фронт будет. Поручение от ревкома вам, бабам, шахту отстоять. Мы... Кто у вас тут? Верка? Это я. Это я знаю. Елена... Елена Лущенко. Ох, вот она, да. Да нет! Нет. Тут баба нужна такая, чтобы вожаком была, понимаешь? Василиса? Это Чистякова, что ли? Василиса? Ух, какая она баба! Сила в ней есть! Ладночка, ладночка, действуйте. Мишка твой молодец. А, герой. Наша шахтенка. Жонка у меня там, на шахте. Стой! Комиссару! Комиссару! Я Буба! Хостовский! Оригинальный куплетист! Пою себе куплеты, как будто... Ничего. Ух ты, господь, ой, товарищ комиссар, меня уважает, а белогвардейцы меня угнетают. А почему? Потому что я Буба, господи, оригинальный кубинист. А им себе кубинисты, как будто ничего. Ну, скорее, носками. Откуда едете? К
Кто такие, а? Артисты! Артисты мои! Шахты Мазурка! С Мазурки говоришь? С Мазурки, да, только братцы! На бигом белых, ну да! Братцы с нашей шахты! С нашей шахты! Да-да! А ну, слушай, как нашу шахты, а? Стой, ребята, стой! По очереди задавай вопросы! Давай, вы выше! Слушай, как моя жена, Верка там, а? Видел? Верку видел, видел, видел! Цела шахта! Майк моя мордатая такая! Ванька! Ванька мордатая, видок, курносая такая, с бородой! Видел, видел, Ванька! Наша шахтенка-то! И шахта в порядке, кланяется, и Майка курносая твоя в порядке на шахте, все кланяются! Все хорошо, ребята! Все цело! Уж помните мне, если я говорю, уж будь покой! Все в порядке! Все в порядке! Эшелон по вагонам! Мишки доставили. На. Дорогая Вера Митрофановна, в первых строках моего письма от моего Мишки. Как трудно! Трудно это терпеть! Товарищи бабы! Бабы-товарищи! Каждый пусть подумает! И подумаем сообща! Без раздора! Первый раз в жизни! Что мы такие есть? Солдаты ходят пузом вперед! И над нами, над голодными, командуют! Бежите, какая наша тревога! День, день, сколь! Работа!
Подождите. Мишки, на письмо. Давай, давай, давай. Ты! Читай, чтобы все слышали. Читай. Дорогая Вера Митрофановна, во первых строках я скажу тебе, что ты моя любезная жена, любезная жена. И думка моя о тебе, Ромашечка моя. Когда о тебе замечтаю, становлюсь красной. Аж стыдно людей. Хорошо. Вы за меня не бойтесь, дорогая жена. Я хожу живой. Да-да-да, живой. Голову мне контузило, живот пули царапануло. Ходил 2 дня, не разгинаясь. А теперь из госпиталя выписался и нахожусь в конном боевом отряде товарища Чистякова. Был у нас слух, будто в Грачевке затопили и взорвали белые сволочи шахту. И шахта стоит разрушенная. Да-да-да. И это очень показалось мне обидно. Вот за это и тоскую. И ты, как баба женского пола, не поймешь нашей шахтерской заботы. Нужно так ухватить за генеральское. Нужно так ухватить за генеральское подлое горло, чтобы нашу шахту бы не испакостил. Вот. Ну что ж, отступать? Хорошо. Прапорщик, остановите работу на шахте. Расставьте караулы. Понятно? Дежурный. Я ваш, товарищ. Вызовите инженера. Слушаю вас, товарищ. Вызовите инженера. Ступайте. Сидоренко. Чего изволите? Как стоишь? Браво, господин инженер. Значит, вы отказываетесь нам помочь? Я, господин капитан. Прапорщик! Господин капитан, я... Воды господину инженеру. Однако, мы и без вас знаем, как погубить шахту. А не успеем затопить, взорвем к чертовой матери! Не посмеешь! Не посмеешь!
уйдем последними и выполним наш долг. С кем? Нас осталось мало. Люди бегут. Нас 15 человек. Протрите пенсне, господин капитан. Ну! Вы должны мне служиться, прапорщик. А что? Ничего. Проверить посты. Подготовиться к взрыву. Прапорщик. Слушаешь? Так проходит слава мира. Капитан шахту хочет взорвать. Тихо ты! Не ори! Манька, дверь! А где Василиса? Тише, Александр Иванович. Сядь, Александр Иванович. Идите с детем-то. Мы сейчас. У нас дело есть. Нет. Сука, да ты... Очень я вас прошу. Да погоди ты. Вы поаккуратнее. Да погоди ты. Куда ты? Да ты куда ты? Обойдем, всю шахту облазим. Все равно найдем, где они взрывать хотят. Ты.
тихо. Thank you.
Без винтовок у нас ничего не выйдет, бабы. Надо до складу добраться. А часовой? Убрать! Манька, Пашка, в обход. А мы со стороны обратно. Больше ждать нечего. Часовой! Часовой! Thank you.
Новый начальство! Закурить желаете? Молчать! Полночь! Наворовали! Обыскать! Вот кобель! Мужчина кольцо взял! Ей-богу, это не я! Не я это, ей-богу! Следующий! Да где эти видно, что пуговицу обрезали? А то попробуй без штанов-то убеди! Да убеди! А вот стригли да во штаб! Лучше с вами не связывается! Имей давай! Бабушки, да у вас нет! Христа нет! А ты мужчи! Да ну не связывай! Ну пуговицу-то оставьте, а! Ладно, ладно! Следующий! Да где ты видно, что пуговицу обрезать? А ты вот попробуй без штанов-то, да убеди! Да часовые. Глущенко, Манька, Семенова Ольга и Прасковья Лямкина. Получай винтовки. Дежурные по шахте. Давайте. Собирайтесь. Я думаю, хоронить их надо по-новому. А может, раз такое дело, и по-военному. Эх, жалко. Нету духового оркестру. Папы! Солдат! Солдаты! Белые! Белые! Белые сейчас видели, на 10-й версте реку переходили. Ой, пропали! Ой, пропали! Ой, погибли! Не разводи настроение! Правильно! И пускай приходят. Встретим!
Снимай гроба, говорю! Иди сюда. Снимай! Стреляй, говорю! Милая! Стреляй! Да она не стрельнет! Стреляй! Да для него снаряды требуются! Не стрельнет. Так пугать будем! Давай! Поворачивай пушку! Ну! Берись! Ложись! Ложись, дьяволы! Ничего, я кругом раненый. Дядя Саша. Дядя Саша. Мы бабы. Мы требуем, чтобы ни одного белого гада не осталось на нашей, на советской земле. Слушаюсь. Огонь!
Ну, Паша.